Почти 4000 автомобилей эвакуировали из кировских улиц с начала года. В это число вошли машины, припаркованные в неположенном месте, отчитались в региональной ГИБДД. Впрочем, даже если водитель не нарушил правила, его ласточку тоже могут убрать. Автомобили, мешающие уборке снега, в том числе и на парковках, зимой передвигают подрядчики. В какую сумму бюджету обходится перемещение одной машины? Ульяна Ездакова готова поделиться калькуляцией. Владелец этой синей Deo Nexia, конечно, правила дорожного движения не нарушил. Он не встал под знак «Остановка запрещена». Однако, такие, как их в народе называют, подснежники, зимой мешают уборке и очистке парковок от снега. Многие водители к объявлениям с просьбой переставить машину относятся равнодушно, пожаловались в администрации. Хотя об уборке снега с парковок их предупреждают заранее. За несколько часов, иногда и за сутки. Приходится подрядчикам перемещать автомобили в пределах одного квартала самостоятельно и тратить деньги на эвакуатор. Перепарковка одной легковой машины обходится бюджету в 1250 рублей, грузовой – в 4000. Но мы также понимаем, что это время, чтобы переместить одну машину, вызвать эвакуатор, чтобы это все заактировать, сфотографировать это время. То есть уборка удлиняется, участков убирается меньше, и, соответственно, город наш не такой чистый становится. А вот за эвакуацию этого белого «Лексуса» с улицы Спасской платить придется уже его владельцу. Водитель припарковался под запрещающим знаком. Теперь потратит кругленькую сумму. Штраф в 1500 рублей, столько же за эвакуатор, плюс 60 рублей за каждый час штрафстоянки. И таких нерадивых автолюбителей только за этот год набралось больше 3500, озвучили статистику в ГИБДД. При этом чаще всего транспорт увозят с улиц в историческом центре города. Ну, улицы, как правило, это Орловская, Свободы, Спасская, Карла Либкнехта, то есть ну, практически весь центр города. В исключительных случаях это, пожалуй, Солнечный берег, там в районе Зонального тоже бывают ситуации, когда уборки снега мешают автомобили. Сообщить о неправильно припаркованном авто кировчане могут по телефону дежурной части 58 88 88, напомнили в ГИБДД. Тем временем уборка улиц от снега продолжается. Сегодня ночью спецтехника будет работать на Преображенской и Карла Маркса, на участке от Воровского до Комсомольской. Водители – это намек. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей «Давеча».